Олесь, с победой. Комментарий по игре, за счет чего удалось победить? Как я уже сказала, мы играли командой, сплоченной командой, помогали друг другу. В защите сегодня провалились 1-1. И я думаю, наши силы в защите и в команде. Но дважды вам удавалось прибавлять именно в третьей четверти. И вчера, и сегодня. Это такой план на игру был? Нет, просто, наверное, переломный момент, когда у нас был прилив энергии и у нас все получилось. Ну и у тебя сегодня тоже полетело, забило много очков. Какая-то тактическая была тема? Или просто так получилось? Да нет, просто поверил в себя, тренер настроил, сказал то, что я должна взять мяч в свои руки и забросить в это кольцо. Какие задачи ставятся перед командой в этом сезоне? Ну, конечно, хочется первое место. И я думаю, у нас все впереди, и мы займем его.